Ну шо, салабоны, я вас приветствую, Кирюшка Полканов на связи, ебать. Что я могу сказать, я теперь заместитель лидера ФСИН. То есть я буду в тюряге, ебать, делать делишки, ебать, смотреть за заключенными, буду стримить, вам это показывать, поэтому, я думаю, вы от меня такого не ожидали, но да, пацаны, я встал на замку, я подполковник, или полковник, хуй его знает, пацаны, будем разбираться, как бы, я в этом не алё, сейчас поедем, посмотрим, как бы, чем-то можно вообще заниматься, покажу вам обзор на ФСИН, пообщаемся, возможно, заключенными, поэтому видосик обещает быть интересным, поэтому въебите, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и можете еще поставить колокольчик, чтобы было прям красиво. Я вас всех люблю, целую, обнимаю, счастья, радости, обожаю. Ну и конечно же, не забывайте, ребятки, вводить самый лучший промокодик Полканов, ебать, 300 тысяч рублей на любом серваке, вводите его до 5 уровня, качайте уровень и получайте бабочки, покупайте себе, ебать, одежду, машину, ебать, все, что хотите, короче. Ну и играю я на проекте Amazing Holy Play на втором сервачке, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну что, ребятки, давайте едем на работку, ебать, приступаем. Первый рабочий день мой, то есть меня только сегодня утром поставили, я там дела делишки сделал, и короче, сейчас поедем на работу, пацаны. Поедем на работу, переоденемся уже и будем смотреть, что вообще оно из себя представляет. Так, музыку нахуй выключаем, ты, сука, Валера, блядь. Вырубай нахуй, сука, свою шарманку. Ребятки, снимаю с вебочкой, поэтому от вас хочу видеть активность. Давайте наберем 150 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен, пацаны. Так, паркуем нашу малышечку, ебать. Да ты что, папа, сука, на BMW приехал, блядь. Давай нахуй, опа. Я вас слушаю, молодой человек. Привет, как дела? Я тебя люблю. Здорово, братишка. Я на работу приехал, ебать, нихуя себе. Ты знаешь, что я? Полковник ФСИНа, брат! Ну ты мусор получается, брат. Я не мусор, я, ебать, главный в тюрьме, нахуй. Вот есть вор в законе, я понял, я главнее, нахуй. Высунул руку через забор, затем передал паспорт. Все, я пошел, ебать, крепить, ребят. Ебать, пообщался, пиздец, нахуй. Ай, так, что там, блядь, куда идти, нахуй? Я вообще в душе не ебу. Короче, побежали, наверное, сюда надо идти, скорее всего. Так, открываем ворота, ебать. Приехала суета, нахуй. Ладно, буду стараться себя адекватно, пацаны, вести. Просто настроение охуенное. Вы знаете, то, что когда у меня охуенное настроение, то это видос, ебать, будет ебанутый, нахуй. Все, короче, я приехал. Давайте, я так понимаю, это главный офис, так сказать. Добрый день. Здравствуй. Так, тут молодой человек мне мешает пройти. Давай, блядь, сука. О, я пролез, нахуй. А вы говорили, что я толстый. Нихуя подобного. Так, а где тут можно переодеться? Я просто реально не знаю. Так, где этот, ебать? Опа, чай, ебать. Ага. Так, переодеваемся. Так, что у нас тут? В порядке все? Вот с вами могу ошибаться, но вы же канал Кирилл Гейл. Кирилл Гейл. Так точно, так точно. Кирилл Гейм, да? Вот с информация, да, это я. Круто, круто, круто. Так, что мы, ебать? Дубинку нахуй. Ну, по хребту, ебать. Получается... Бронежилетик, сколько нужно, чтобы лекцию провести? Шокер. А лекцию, вот сколько человек проводить можно? Я тут первый день, поэтому, если честно, я не знаю, братишка. Я бы тебе подсказал, но я не знаю. Так, ебать, мне так нравится, пацаны, это пизда, реально. Я еще таким важным себя чувствую. Нихуя себе компьютер, нахуй, у нашего начальника, ебать. Наверное, 360 стоит, по-любому, нахуй. Бля, ну я пюрешечку бы выбрал в жизни бы, поэтому берем пюрешечку и компотика наебнуть это, блядь, само собой. Ну, так, короче, двигаемся в сторону, получается, заключенных. Посмотрим вообще, шо к чему, куда, зачем, как говорится. Так, с дубиночкой будем бегать, потому что если шо кому-то по ебальничку, шидыдых, ебать. Иди сюда, маленький. Так, вот у нас получается комната посещения, по-моему. Может, я ошибаюсь. Сейчас, короче, посмотрим. Чисто, пацаны, сегодня обзорчик. Веду вас в курс дела, сам как бы разберусь, что к чему. И потом в будущем уже будем, я думаю, снимать ролики поинтереснее. Просто надо реально самому разобраться, подучить хотя бы какие-то правила там туда-сюда. Ебать, я сейчас стараюсь такой голос, знаете, делать чисто деловой. Деловой голос такой. Чисто папочка, нахуй. Раз, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. 1, 2, 3, 4, 5, он теперь бежит опять. Так, пацаны, короче, продолжаем. Я так понимаю, здесь у нас есть вышки, на которых стоят охрана. Ну, короче, охрана тюрьмы, так понимаю, да. Здравствуйте, у меня вопрос. Тут, короче, такая ситуация случилась. Ну, вот буквально, ну, минут 50 назад. Я поработал в столовой, то есть вот сделал 6 порций котлет пюре и 4 порции, ну, вот супа. Вот, подхожу к майору.
майору, спрашиваю, можете ли вы это срок мне сбавить на 2 года. Вот. А мне сказали, иди нахер, типа, и ударили дубинкой и посадили в карцер. Типа, вы сможете убавить срок? Так, административная вот деятельность, исполнительная деятельность. Почему продолжаете Кирюху Полканова, которого заплатили? ОЦ. Типа, нормально? Кирюха, здорово! Что вы позволяете Кирюхе Полканову, которого заплатили? Идем. А вот этот вот майор, он добрый, выпустил меня. Я не майор, да. Я лейтенант. Ой, не майор, а лейтенант, да. Вот он добрый. ОЦ просто еще вот те дурачки, получается. Ну, работа, дурачок, работа, точнее, майор там был один. А, не знаю, он сейчас лимнул, ну, походу. А, он еще плюс нон-рпшил немного. ОЦ Ардем, что ли? ОЦ Кирюха. Я хер знает, я забыл его, ОЦ закончил. Просто и так он мне срок и не убавил. Заеби свой ебал. Нахер меня послали, и все. Что сейчас случилось? Типы исполняют. Алло, он меня нахуй посылал, это нормально? Кирюх, сложи своему лейтенанту, это да, он меня поцелал нахуй. Все, держите, я вам чуть-чуть поблажку сделал. Спасибо. Так, давайте дальше посмотрим. Короче, это врач, у которого можем вылечиться. Точнее, могут здесь лечиться, так понимаю, заключенные. Так, я не знаю, что вам еще такого показать. То есть, вот здесь у нас камеры, получается. Я думаю, это тоже все понятно. То есть, фракция на самом деле интересная. То есть, сейчас просто... Не так здесь много людей, я думаю, когда здесь много людей, здесь, короче, поинтересней. Я тут нихуя себе работаю, что просто так, блядь? Я не видел. Понимаешь, что во благо государства, я тебе трусы шил вообще-то. Не, я без трусов хожу. Что ты? Я без трусов хожу. Ну, я тебе форму твою шил, кипарик твой, блатной козырек. Пойдем я вазелином жопу натру и пойдем поебемся. Вот это пиздец, Что? Полканов, блядь, засуни ему дубинку. Я нихуя не слышу. В задницу ему дубинку засунь. Бля, ебать, ты движуха, пацаны. Не, тут весело, реально. Тут реально весело просто. Мне уже хотели жопу чем-то натереть, я не знаю чем, конечно. Ну, весело, пацаны, весело как бы. Ребятки, если что, я общаюсь чисто, ну, в шутку, как бы, я не хочу там никого обидеть, не затронуть, чтобы никто потом не писал то, что, блядь, что этот ютубер себе позволяет, как его вообще там на лидерку поставили, то, что я там говорю, там, папка приехал, там, и так далее, это шутки, пацаны, это всего лишь ради контента, и, как бы, ну, я стараюсь реально адекватно общаться с игроками, то есть, если там вдруг кураторы смотрят, либо там администрация, то есть, ну, я думаю, вы должны это понимать, то, что я там не хочу, знаете, из себя кого-то строить там невъебенного, не хочу кого-то обидеть там и так далее. То есть это все ради контента, я просто как бы прикалываюсь и все. Как бы я общаюсь адекватно, то есть я примерно понимаю, что мне разрешено, что мне не разрешено, остальное я подучу как бы. Просто если вам понравится такая тема, я буду снимать. Если вам не понравится, то я просто уйду с этой фракции и буду думать что-то другое, понимаете? То есть если я вижу от вас активчик, то что вам это интересно, вы хотите это видеть. То есть вы хотите видеть продолжение, чтобы я там показывал какие-то РПшки, какие-то новые ситуации. То есть если это вам будет интересно, я это буду снимать. Я всегда говорил, то есть, если вам это нравится, я снимаю. Если вам это не нравится, я вижу, то, что актив хуёвый, я это снимать не буду. Ну а так, в любом случае, все, что я делаю, все, что говорю, пацаны, это как бы не всерьез, это всего лишь ради контента. Я 3 станка еще сделал. Вот почти закончили все. А, ну вот один остался не сделанный. Товарищ Синий, я сделал 3 станка, вот последний доделывается. Как бы вот инфа, КД прошло вот так что. Меняли в 48 время 49. Ой, в 38 время 49. Так точно. Точно, полковник, решите обратиться. Разрешаю. Посмотрите, у нас тут он заключенный. Он говорит, что он агент под прикрытием. Хотя он не показал свое удостоверение, но. Так, добрый день. ОЦ, он типа пишет, типа говорит, что писатель. Вы просите, чтобы он вам показал свое удостоверение? Так вы же заключенный. Ну, ничего, вы являетесь заключенным. Принял, товарищ генерал, тут у нас заключенный, говорит, что он агент под прикрытием и просит у меня удостоверение. Я вас проведу в камеру, получается, посещения. Пройдемте за мной, сейчас мы пройдем в комнату посещения, там вам, возможно, помогут. Встаньте лицом к стене, пожалуйста. Потому что это мои сотрудники, конечно, не приехали сюда. Ебать, это движуха, пацаны, пиздец, реально. Я вот сижу чуть-чуть, знаете, ну, движуха ебанутая, реально, пацаны, это веселая фракция, интересная. Это не наигранная, я говорю, то есть, реально, ну, я вот здесь побыл, реально, ну, минут 40, пиздец, то там что-то, то там, ебать. Реально, поставят движуха, адвокаты приехали. То есть, фракция реально интересная, пацаны. То есть, здесь есть движуха, как бы, я вон типка привел, короче, там, туда-сюда.
Ну что ж, ребятки, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. То есть я вам показал как бы фракцию, рассказал вам о том, что я стал заместителем лидера ФСИНа. Я считаю, что видос получился довольно-таки смешной, интересный. И если вы хотите видеть продолжение, если каждый из вас посмотрит и поставит лайк, то это будет сделать несложно. Поэтому реально не ленитесь, возьмите, поставьте лайки и также можете подписаться на канал. Ну а так, ребятки, все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же, не забывайте вводить мой промокод, за него получите 300 тысяч рублей. Мне, если честно, в принципе все понравилось, то есть фракция реально довольно-таки интересная. Попасть сюда не так уж и сложно, вам нужен либо 4 ранг в ДПС, либо 4 ранг в ППС. Потом вы проходите собеседование и попадаете во ФСИН, где вы можете в принципе работать вместе со мной. Ну а так, ребятки, всех с наступающим Новым годом, ждите, скоро будет конкурс на сумму хорошую денег, поэтому не пропускайте, скоро будет ивент, как бы, тоже будет движуха, поэтому я постараюсь реально почаще выпускать ролики, почаще стримить. Все, ребятки, всем пока, всех обнял, приподнял, до свидания.